Давай еще несколько фоточек сделаем. Еще с Сербией я очень хотела такой плакат, где я смогу отмечать все-все-все свои путешествия, все страны, все города, где я была. И наконец-таки она мне пришла. Боже, она прекрасна. Всем привет, давненько я чуть вести мало не записывала вообще ничего. Вот сюда, к вам на YouTube. У меня сейчас просто огромная очередь из видео, которые нужно монтировать, памяти нет. Мне это приходится все чистить, я чищу. Вот эти памяти больше смысла. Я особо не снимаю, плюс вдохновения как-то нету, фильм нету, ничего нету. Ну, в общем-то, сейчас, вот видите, какое солнце прекрасное вышло, это прям повод порадоваться. Мне сегодня, конечно, капец стало грустно. Ну, просто потому что, знаете, я прям почувствую себя отстранённой, типа, друзей нет. Хотя вот, блин, несколько дней назад я сказала, мне были друзья. Вова, короче, очень скучный, очень нудный. Он, блин, это не тот человек, который как-то, вот, знаете, в один день скажет, пошли прыгать с парашютом, пошли там туда съездить, пошли туда, пошли туда. Ну, типа, я спрашиваю даже, в какие страны ты хочешь дальше поехать, я не знаю, что просто заберется путешествием, какими-то дальнейшими планами, накоплением денежек. Вот, я уже накопила 60 тысяч, ну, я, наверное, 10 тысяч за этот месяц потрачу, у меня останется 50, вот, но на данный момент у меня есть такая сумма для путешествий. Вот. Ну, для путешествий, для жизни, то есть я хочу жить и путешествовать. То есть примерно по 2 месяца везде. Я узнала недавно, что Бали скоро уйдет под воду. Ну, не знаю, в 24-м году. Короче, осталось только месяц, чтобы посмотреть. Было немножко мне грустно. Ну, просто потому что мне в жизни нужно движение, драйв, эмоции. А Вове, ну, он может реально целыми днями сидеть дома, смотреть в комп. Короче, на самом деле, когда ты из грустной позиции, ты во всем видишь плохое. А когда ты радостен, весел, то ты думаешь, боже, как все прекрасно, так мне всю жизнь хорошо. А когда тебе грустно, то ты начинаешь видеть недостатки. Мне захочется слезы на голову наращивать, потому что я сегодня вообще понимала, в каких ужасных условиях мы живем. Ну, ты к этому привыкаешь, как бы, как бы, что нормально. Ну ладно, на самом деле нужно вот поэтому сохранить позитивное мышление, потому что ты будешь видеть во всем хорошее, и тебе вообще, в принципе, будет кайф. А жизнь, я сейчас, чтобы вы понимали, иду в центр. Солнце вышло, все тепло стало, очень кайфово. Я, конечно, хотела бы, чтобы, знаете, просыпаться, тепло, да. Просто иду в Старс, в центр города, попить мой любимый напиток. А потом, наверное, погуляю по центру. Что ж, я особо ничего не снимаю. А у меня было намерение на эту неделю заработать 1000 рублей. Ну, я как бы не указывала, чистыми, нечистыми. Короче, мне купили еще 2 блокнота. Представляете, сегодня, если так сложилось, слишком легко, что я даже никакого участия не принимала в передаче и так далее, что мне просто поступили деньги, и все. Ох, как же все просто. Чего интересного, если бы вот я сейчас снимала? Ну, я снимаю, я просто решила вам сказать, потому что я в такие моменты не снимаю. Хотя в Адлере я такая выйду набережную, я снимала, такая, вау, как красиво. А здесь просто лес. Иду. Вот. Ничего интересного не происходит, но я еще шортики снимаю. Вот. Дышу, гуляю, наслаждаюсь одиночеством. Hello, my dear friends. It's рубрика «Учи английский вместе с Леной». And in this topic on my channel, we обсуждать, speak about обо всем, короче, да, on the in the English language. In my past, I knew a lot of times study English with teacher, individual lessons. Then I visited their country. I very good speak on English, but иногда не получается. Hello, my dear friends. It's first day, then I my rubrica on my channel on YouTube. Then there we are studying this with me and you with me.
And today I play with cat. It's very cute. Cat, I don't like this. I don't like this. It's very больно. And today I go to the VB, Vibularis, and Kendall, Cora. Soon we are going to the central city. Что? Ну что ж, новый день, я опять не приглашаю. Да, видите, я иду в идеальных чистых кроссах. Я сегодня утром ходила после вчерашнего дождя. В всех кроссах, которые после дождя. Они просто вот наполовину они грязные. То есть даже ванны такого не было. Там максимум вот так вот носочек, да, в грязи вот так вот. Просто как пол кроссовки. Это опять нужно стирать на машинке. А вот это я надела такую вот чистоту. И все, иду кайфую. Да-да, шла к тебе на пролом, но ты говорил, все будет потом. Каждый день твердил про любовь, а будешь ли ты со мной? Да-да, шла к тебе на пролом, но ты говорил, что все будет потом. Каждый день не похож на другой, а будешь ли ты со мной? Да-да, шла к тебе на пролом, но ты говорил, что все будет потом. Каждый день не похож на другой, а будешь ли ты со мной? Hello, my dear friends, it's you. Video on my rubrica, then we learn English. Today we are and I with my buddy Alina call meeting and 30 minutes talk on English language, and the moment I in разборы у Натальи, she разобрала уже нас, and we are подходим к концу. Hello, my dear friends. Today I was relaxed at the moment evening this time, and I don't wanted today doing my plans, and I chill, relax, eat, shower, small stream on my YouTube channel, and many lot of video I saw on YouTube, my favorite social media. I'm so tired because I don't have energy, and I'm so tired. I'm so tired. I don't know why. Maybe I too weak, hard work, don't have powerful moments, and it's small energy at the moment. I won't very want to go to the bed. I won't next day in the peace. Ой, надежда. Ладно, не знаю. I hope that next day will be very good, but today was very tired. Скучно же, tired. Boring. I don't know what I want, and it's сложно, difficult. It's difficult. Today difficult, next week will be very good. I don't know why, but I think that it will be cool, and I hope
hope, peace and love. Yes.